Привет! Я чуток нервничаю. Там целая толпа. Перевод Оксилупс. Озвучила Кадзе. Приятного просмотра. Не хочу, чтобы все упиралось в песню, как в SKS Replay или SKS Record. Хочется поболтать о процессе, чтобы у слушателей было больше контекста. Конечно, на съемках промоушена или SKS Code нам очень весело, это очень классный формат. Но мне впервые захотелось подробнее рассказать о самой работе. Чтобы было не только весело, но полезно и интересно увидеть сам процесс. Мне захотелось запустить этот формат, потому что на репетициях и занятиях мне часто казалось, такой материал пропадает, сплошное... огорчение. Я всю душу вкладываю в пение, но напрягаюсь из-за внешних огорчений. К тому же, мне кажется, что сейчас я реализую всего 20% от своего вокального потенциала. Разумеется, я не идеален и прекрасно это понимаю. И мне, наконец, хочется выразить свою искреннюю благодарность за поддержку. От всей души, тем более я с этим сильно затянул. Мне хочется зафиксировать свой вокальный прогресс за несколько лет. Я много занимался, много репетировал, и я вижу прогресс. Я сам чувствую, как вокально расту не с каждым годом, а даже с каждым месяцем. А иногда кажется, что все усилия коту под хвост. У этой песни некий ретро-вайб. Ее запросто можно сыграть на одной гитаре или же как здесь, на клавишах. Фанатам она тоже очень понравилась. Можно убрать всю электронику. Оставить пианино или гитару, позвать Чанбина или Ханна, адаптировать ее под мелодичный рэп и вместе исполнить. Мы столько всего можем. Я бы столько всего круто спел. В первом выпуске мне хочется сделать нечто, что раз и навсегда перевернет мою вокальную карьеру. А теперь я спою.